Настя, у меня же папа главный военком, я поэтому с 18 лет кашу от папы. Ты такой смешной. Арсен, ты только посмотри, какой большой, красивый черный Мерседес. Настя, это всего лишь мои друзья. Здорово, пацаны. Че ты там махал? Настя, а можно я наедине с пацанами поговорю? Здорово, пацаны. Понимаете, такое дело, с девушкой познакомился, хотел выпендриться. Пацаны, помогите, пожалуйста, подыграйте как-нибудь. Че, поможем убогому? Ну, давай. Настя, а можно тебя на секундочку? Вот, пацаны, знакомьтесь, моя девушка. Привет, ребята. Настя, знакомься, это черт, это ущерб, это вонючка, ну а это дебил. Очень приятно, я Настя. Вонючка. Ладно, пацаны, мы пойдем. Давайте, увидимся. Да уж, будь уверен. Пацаны, я забыл, а как зовут нашего друга? Как он с дебилом угадал, я не понимаю. И приключения камызякского авторитета Дениса Алькапончика. Здорово, бандиты. Ты в ясные очи, харе причать, салаги, на лося. Ты чё, бычара? Ха! Ногу отпустил. Да хорош. Вы не могли потише играть? Я тебе сказал, ногу отпустил. Да хорош. Руку и ногу, да, отпустил. Ты что, не понял меня, что ли? Все нормально, все нормально, он мне по руке попал. Слышишь ты, Рэмбо, да это комплимент. А сейчас за что? Короче, ты местный? Да. Слушай меня сюда, местный. Где здесь травмпункт? Сам найдешь. Свободен. Эй! За мной! Да. Какая свадьба без драки? Крикнул тамада и врезал теще. Ну, положим. Как-то летом мы приехали сюда за проектом. Наблюдает вся страна, 15 клевых людей на проекте «Дом 2». Ты что играешь? «Дом 2». Ты там был? Там был! Ты хоть знаешь, как это, когда твоя мать голосует за Венцеслава, а не за тебя? Ты когда-нибудь дрался с девушкой из-за девушки? Знаешь? Нет, я в армии служил. Мой предыдущий рекорд был 3 арбуза. Сейчас я разобью 700 арбузов за одну минуту. Тренер, я готов. Время! Ничего, 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 времени еще много. Давай, давай. Не-не-не, ты уже его разбил. Может, врача, ребят? Не-не, у него техника такая, мы ж тренировались. Готов? И как на тренировке, давай, хоп. Боже, парень, арбузы здесь, иди сюда, парень. Время еще полно, давай, ты только бей, родной. Да ты у меня землю есть будешь. Ха. И это все, на что ты способен. Криминальный район. Алло, Зайк, привет. Привет, как тебе дела? Нормально? Милиция! Стоять! Друзья, мы с вами наблюдаем поединок Зевса и Прометея. И что мы видим? Прометей пытается нанести удар, но Зевс уклоняется. Они достают невидимые мечи.
А, потерял? Так тебе и надо. Черт. Здравствуйте, это школа выживания. Ой, больно. Ой, все равно больно. Извини, больше не буду. Ой, ну вы же обещали. Никому не доверяй, понял? Понял. Здорово. Вот ты дурак, а. Представь ситуацию, вы с друзьями на лендровере едете по пустыне, и ты выпадаешь весь в крови. А почему? Ну, допустим, это были не друзья, и тут акула. Что за бред, откуда в пустыне акула? Акулы чуют кровь на тысячи километров. Другая ситуация, ты в Индии. Заблудился в джунглях, твои действия. Ну я буду кричать, вода. Ты ни в коем случае не должен просить о помощи. А почему? Ты чё, баба? Я не баба. Так, мне это надоело. Учитель, что с вами? Учись притворяться, понял? Понял. Давай на поклон. Иди отсюда, давай туда. Гляжу, поднимается. Медленно. Медленно в гору. Лошара, Сам ты лошара, лошадка. Да не подсказывай мне. Учить надо было, у тебя весь год был, чтоб стих выучить. Я выучил, ты подсказываешь и сбиваешь меня. Ты как со старшими разговариваешь, а? Тихо. Ты как со старшими, говорю, разговариваешь, а? Ты чего нарываешься, я не понял? Ну-ка, отойди, дед. Что ты хочешь? Тихо. Что ты хочешь, а? Тихо. Ты завтра утром под елкой проблемы найдешь, а не подарок, понял? Тихо. Ты специально, да, в женщину оделся, чтобы я тебя не тронул, да? Чё? Все, тихо. Слышь, Санта-Клаус, угомони свою женщину. Что? Кто тебе Санта-Клаус, ты? Я Дед Мороз, с ума сошли на своей Америке. Ладно, окей. Что окей? Вот что окей? Насмотрелись этих Бэтменов, Суперменов, где они летают непонятно куда, ломают непонятно что. Нельзя как-то по-русски конкретно. Пошел в баню, выпил с друзьями, полетел в Питер, сломал жизнь какой-нибудь семье. Фу. Вы посмотрите, что дети просят в письмах. Айфон, айпод. Ай, как дорого это все для родителей. Итак, слушается дело Антона Николаенко об избиении ни в чем не повинных людей. Перекличка пострадавших. Вообще-то мы после 11 водку не продаем. Здесь? Здесь. Молодой человек, это же Ван Гог, уберите фломастер. Здесь? Здесь. Эй, мужик, мы вообще-то хотели на этом костре еще картошку испечь. Здесь. Здорово, весело до Тагила поедем. Здесь. Поздравляю, ваша теща будет жить. Здесь. Все равно мы все умрем. Здесь. Смотри, он вроде ушел. Здесь. Ну что ж, начинаем заседание суда. Здесь! Пойдем! Да что такое? Пойдем! Что такое? Ты чё? Чё? Ты мне своим апсетом чуть усы не сжёг. Да это клуб такое бывает! В смысле клуб? Ты чё, чёрт? Кто чёрт? Это ты чёрт? Тихо, успокоились, вы чё? Тихо! Не ссорьтесь, вы чё? Давайте добрее друг другу немного, ну. Брат, ну ты че? Да братан! Да, брат. Братан, че он весь вечер ко мне пристает? Ну ты будь умнее, ну. Ну че, наговорились, девочки? Вы че? Че? Ты че? Нормально, брат? Нормально, брат. Еще увидимся с вами. Ну, встретимся. Скажите, а в списках фамилия Бойцаев фигурирует? Нет. Караул во всех сводках и протоколах фигурирует, а здесь не фигурирует. А Бойцаев это кто? Неважно, кто этот уважаемый сексуальный человек. Я бы даже сказал, сексуально уважаемый человек. Так хватит ерепениться. То есть я ерепенюсь, но не фигурирую. Вот если бы я фигурировал, я бы не ерепенился. А кто последний? Проходите. У нас на Кавказе есть традиция. Мужчина всегда уступает место старшим. Что ты говоришь, ненормальный что ли, а? Извините, пожалуйста, Юля, ради бога, простите, но у нас реально такая традиция. Да я не хотел вас обидеть, я имел в виду возраст. Да хватит.
кавказские чечеточники. Как часто, проходя мимо, мы не замечаем самого главного? Как часто даже самая яркая деталь уходит от нашего взора? Опа! Мы просто не хотим замечать чьих-то проблем. Ру-ру-ру. Благотворительный фонд поддержки и развития чечетки Российской Федерации. От сердца к сердцу. В разгар любой свадьбы на танцполе среди молодежи вы могли видеть вот такого мужчину. А теперь танцы! Пластинки!